вами завершаем урок про привлечение пользователей и что самое важное мы можем вынести из этого урока. Первое — это важно четко и глубоко понимать аудиторию и их потребности, которые они могут закрыть в вашем продукте. Второе — формулируйте коммуникации под разные сегменты своей целевой аудитории и цели, которые вы хотите достичь коммуникацией. Конечно же, важно помнить, что один креатив — одна мысль, потому что мы помним, что людям лень читать. Не бойтесь экспериментировать, но делайте это на небольших бюджетах. И не забывайте о производительности своего мини-приложения, и тогда все ваши действия не пройдут напрасно. Спасибо, что посмотрели этот урок, и желаю вам всегда достигать желаемых аудиторных показателей.